Дорогие друзья, раз, два, три, четыре, пять. Дорогие друзья, рассаживайтесь. Я буквально сейчас, перед тем, как начать второе отделение, скажу несколько слов, подготовлюсь немножко и вы двинете дальше. Много вопросов, все-таки конкретно, что является моей основной деятельностью в последнее время. Не песни. Песни — это хобби, я уже говорил в первом отделении об этом. Хотя хобби очень любимое, и которому я посвящаю все-таки довольно много времени. Но гораздо больше времени я посвящаю сейчас еще двум огромным объемам работы. Во-первых, я, как уже говорил, пишу довольно много текстов для мюзиклов, видовых шоу, музыкальных шоу, перевожу на русский язык мюзиклы, сейчас в работе еще два проекта переводных. А кроме того, в сентябре месяце я преподаю актерское мастерство в институте кинематографии. На курсе Владимира Петровича Фокина, вот у нас буквально две недели назад, у наших студентов просто экзамен первый, они прошли его с честью, и я себя чувствую удовлетворенным, еще и педагогическим. Но речь не об этом. Я хочу начать второе отделение с необычного номера, прежде чем пригласить нас следующего гостя. Я хочу сказать два слова об этом музыкальном номере. Этот музыкальный номер, который сейчас исполнится, принадлежит не вполне моему перу. Я лишь текст писал для него, а музыку для этого музыкального номера песни Султана из ледового шоу «Аладдин» и «Повелитель огня», который шло в прошлом году в Лужниках на Льду. Музыку сочинил замечательный композитор Евгений Загод, который вообще-то должен был сегодня вживую здесь сыграть, но он, к сожалению, по организованным причинам не мог сюда прийти, о чем страшно жалел. И мы приняли решение исполнить этот номер под фонограмму. Фонограмма — это всегда очень ответственно, потому что ты можешь сбиться, а фонограмма не собьется. Да? Ария Султана из ледового мюзикла «Аладдин и повелитель огня». Считают, что жизнь у султана похожа на рай земной. Мол, может вообще не вставая с дивана, а спокойненько править страной. Так жить на диване свой век коротая, я был бы, конечно же, очень не прочь. Но жизнь у султана совсем непростая. Как же бедному султану не переживать? Но мне приходится все время все доделывать со всеми. И за что мне это время, прямо не пойму. Вот ни капли не зазорно мне работу за приборами, то есть налога делать самому. Мудрецы в садах гуляют и умом не удивляют. Значений проявляет рвение к труду. А лентяи с звездочетами ошибаются в расчетах. Вместо славы и почета мне себя веду. Но среди людей я привычных есть немало необычных. Те, что нужно делать лично, несмотря на сам. Знаю истину одну, я дочь воспитывать родную. Папа, не сам. Она тебя взрослой считает и грезит о чем-то всю ночь. Не ждите покоя, когда подрастает у вас непослушная дочь. Не рождет ни испытания, ни во вдели воспитания.
воспитания, вряд ли кто-то сможет мне помочь. Дискотека! Компания своя, которая собирается раз в несколько месяцев просто потусить. Там, куда-то сходить, там что, кальян? Ну нет, на праздник, шашлыки. Которых они делят только одно, они дети географов. Но сами большей частью не географы, ну то есть кто-то там артист, кто-то географ, закончил тоже Московский государственный университет, а кто-то занимается совершенно другими вещами, но... Вы знаете, среди этих людей, я не знаю, фанатов, вот таких фанатов авторских песен, которые бегают на концерты, которые следят за какими-то авторами, переписывают друг друга, там, или знакомят, знаете, какие-то новые песни. Нет, таковых, наверное, нет, Маруся тоже таковой не является. Но, вы знаете, за что я благодарен людям, которые когда-то
ввели в наш обиход этот жанр авторских песен. Все эти ребята, все, включая Маруся, они росли на этой почве. И сейчас, когда они слышат по радио или по телевизору плохой текст, их начинает гринчить. Вот это реально гринчить. И я считаю, что в этом какая-то заслуга наша есть, и впредь мы будем над этим работать. Кладут асфальт на площади восстания. Пришла пора ремонт тротуара. Кладут асфальт везде, где я катал. Бродил, не поднимая головы. Кладут поверх следов моих блужданий. Что я останусь на асфальте старых, один моих асфальтовых заплат, к которым я давно уже привык. Асфальтовый ковер кладу на мой проверенный маршрут. Везде, где пролегла моя проклятая колея. Под листом песни в теплом стане, на Рижской и на Киевском вокзале.
хозяйских котлет по бочкам сверну свой черное тело спит черный котенок в углу. На шерсти, сбегая во тьму, и мне остается одно развлечение завидовать молча ему. Хочется развлечься и уснуть. Проскочил блеск известных всем семей.
обними меня. Мы так давно не виделись. Прочь условности возьми и обними. Все планеты на ночной пора построились под командой матушки Земли. А полночное светило нас с тобой осветило, чтоб узнать с тобой друг друга на воде. Это кто такой веселый там зеленый плаще, иностранными штанами розовеет. Слава Богу, в мире есть такие сплавы, что вообще не жалеют, не жалеют, не жалеют. Слава Богу, в мире есть такие сплавы, что вообще не жалеют, не жалеют, не жалеют. Кто же знал, насколько крепко все завяжется? Ведь порой в разлуке год идет за три. И, конечно, жизнь не так проста, как кажется, а гораздо проще, черт нас подери. Ведь для счастья плюс к известным составляющим, что, конечно же, весьма-весьма важны, выражаясь откровенно, совершенно непременно, друг у друга быть мы все-таки должны. Правый Боже, для чего же? Мы не виделись давно, но от времени вино не дешевеет. Я сказал, что за мной не заржавеет, и оно не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Сегодняшний парад. Обними меня, мы так давно не видели. И зелень, давай сюда свой фотоаппарат. Вспышка вспыхнет и замрём в дурацкой пузе, словно памятник сбывающихся снам. Чтоб однажды наши руки нас нашли бы на Фейсбуке и немножко позавидовали нам. Скоро время и пространство растворят нас без следа, нашу пыль ветра грядущие развеют. И останется от нас лишь только то, что никогда не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. И останется от нас лишь только то, что никогда не ржавеет. Вечера моего друга, соратника, партнера Георгия Ивановича Васильева. Дает возможность, между прочим, передохнуть. Он хочет спеть песню. Что с характером маленький? Я сегодня следующим пою уже более 15 лет. Это не прихоть, это мое решение принципиальное. И вот он прекрасно справляется без меня. И сочиняет замечательные песни. Вот эта песня мне очень нравится, которую Дружко спел. А вот песня, которую я спою, мне настолько понравилась, что я решил ее разучить. Нет, телефон отношения с вами не имеет. Там просто записан, он звонит не будет, я не жду звонка, там просто записан порядок песен, которые мы сейчас споем с Алексеем Ильичем.
вот. Ну, я сам не смогу воспользоваться, потому что я забыл очки. Итак, для уверенности. Итак, песня, которая поразила меня в самое сердце, песня, которая принадлежит Пелу Алексею Иващенко, а я завидую ему, потому что вот, это редкая удача. Сына.
Последняя фраза в этой записке, она просто самая интересная. Медицина вам в помощь. Добрый вечер. В 2001 году люди улыбались, когда слышали звонок моего телефона, где трехлетний сын с чувством выводил припев вашей песни «Мигая мне фонариком». Сейчас ему 17. Серьезный, модный и продвинутый. Он опять становится маленьким мальчишкой, когда звучит эта песня. Знаю, у нас там все записано. 20 лет назад в кинотеатре «Октябрь» был ваш концерт. Мне было 5 лет. Я с мамой подошел к сцене и попросил исполнить коричневые нити. Вы исполнили. А можете повторить? Мы не просто повторить, мы их надели. Тогда я очень плакал. Я боюсь, что мы сейчас изобретем ее еще раз обратно. Я открою вам маленький секрет. Почему я вообще здесь? Дело в том, что Алексей Ильич позвонил мне и сказал, что он собирается сделать такое небольшое, но сравнительно большое, но в общем, приличный перерыв. Я хочу сказать, да, Георгий Иванович, я хочу сделать небольшой перерыв, если ты хочешь, наконец, со мной попить немножко, то у тебя представится такая возможность. 30 числа он сказал, я не хочу, конечно, но все равно, что ты можешь. Но если это будет последний концерт перед ним, то я, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему он решил сделать перерыв. Ну, пора, конечно, уже возраст, уже. Но моя жена сегодня с утра сообщила, что она прочла где-то там в новостях о том, что на Дальнем Востоке снова, после 20-летнего перерыва, более 20-летнего перерыва, разрешили отлов лосей. Поэтому мы решили записать. Я подумал, что разумно. Идея сделать большой перерыв по сочинению, придумать, записать студийный диск, андеграундный, например. А я даже название придумал. Иваси Андер Зися. Иваси Бейон Зиси. Алексей Ильич, ваша книга «Квартира и Ко» помогла очень многим. Ну, нашим, тогда, да. Просят по последним годам ваших выступлений сделать аналогично. Да, вот я как раз в этот творческий перерыв хочу все записать. Ну, просто антракт, ну невозможно. Вы знаете, количество приглашений и фестивалей довольно велико, а у меня 2 недописанных мюзикла на заказ. Один недосочиненный мой, 42 недосочиненные песни, еще диск с мобильными песнями, о которых мы только что с вами говорили. Алексей Ильич, вот вы мне ничего не говорите про перерыв. Ну, что? А тут написано так. Мы примчались, дорогой Алексей, мы примчались из Петербурга, услышав на эхе Москвы, что вы хотите взять тайм-аут. Да, я как раз к питерцам обращался, что я не смогу не приехать в этом году, что чуть-чуть сыграть. Извините. И спасибо, что приехали. Вот и кончил февраль. Я опять переходил в дом. И воском гидронит нам судит перемены кровь. И ведь скоро уже начинает готовиться к лету. Ах, злодейка зима в этот год нам дала пригубить. Напустила руки на такой, что достало сердце. Нас морозила так, что не хочется вслух говорить. До новых снегов от силы успеть наконец-то. И без лишних с королем распрощаемся мы. И там пора кровь нажить и озовца винили. Мы до новых снегов не довижемся в радости мы.
мотор уставшего автомобиля. Ночь темнота.
десяток идти. Если бы не мы, 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 если бы не мы. Всех консервах мой портрет. Это Юрий Черсанович вас написал, Алексей Ильич? Я вам мой портрет. Когда я вас отложу, ваш портрет будет рисоваться. Понимаешь. Мы хотим посвятить песню. Да. Одному человеку, который присутствует сейчас в этом зале, ее зовут Ирина Степанова. Ирина Степанова. Ира, ты здесь? Помаши, пожалуйста, нам ручкой. Ура! У нее не только такая замечательная фамилия Степанова. У нее и профессия очень благородная. Вы очень нужны людям. Но не больно. Она парикмахер. Притом она не просто парикмахер, она потрясающая парикмахер. Как говорит Алексей Ильич, она спасла жизнь не одному человеку. Смотрите. На следующем свидании с травматиком играли, с травоножницы сверкали, достальная стрекоза. Парикмахер ты тупого, не подумайте про кого. Просто мне сегодня снова лезут волосы в глаза. Сердиться не надо, на преданность мою. Я перед прямо себя не узнаю. Топлюсь в ожидании, и ведь я с ним и пух. Я не ощущаю дыхание, и касание ваших рук. Соседним садом обо мне уже узнали. Как еще в дыме едва ли ото всех своих грехов. Может, там в карман халата руку с острой битвой взгляду. Злой, ленивый и лопатый парикмахер петухов. Признаюсь, что с детства нечесанным я был. Не приносил кокетства и спечься не любил. Теперь же в уплату за полчаса поем. Обещаю вам, что скоро я вернусь вам без пробора.
потрачу рубль 40, вместо просто 40, целых 40 раз по 40, вместо просто 40, у петухов. Простите, простите, что вы себя прищу, вы спич меня дадите, а я руби ищу. Простите, простите, курявые глаза, и приближаясь кое-как длинные полчаса.
Ну, продолжаем с первого данного момента. Малонародная воздух лучше, песочек так, что, боже мой, они в объятиях могут лучше и пустят в омер усмо. Но это истине старинной наш брат сыны не предает. Едва узрит покрепче спину и вперед, вперед, вперед. А эти круглые бока, то что шампанского бокал, вроде так счет, лесной пожар, простол кушит, туземный шар. Но это дьявольская плоть, способна сердце расколоть. И от того лишь веселей, что не поможет сердцу ей. Бежали чёрт в Тихорце, народ эту мудрость не знает. А пить по мою речь просто, часов послушал и привет. Но это истина старинная, наш брат сыны не предаёт. Едва заслышит голос тихо и вперёд, вперёд, вперёд. А это звонкий нервный смерть, звонок не мыслимый путь. И так живительный ручей, а долг бессмысленных речей. Вот это дьявольская прыть, способна сердце расстроить. И от того лишь веселей, что не поможет сердцу крей, крей. Ну и понятно, почему грустное, потому что у всех у нас настроение не очень.
особенно у друзей, которые живут в разных странах. А он, наверное, вы знаете, он одессит. Он живет в Одессе. Вот, и я так вздыхаю не потому, что его жалею. Может быть, он точно так вздыхает о нас. Потому что между нашими странами пролегли границы, которых раньше не было. Причем границы уже в головах. После всего, что произошло, эти границы, боюсь, уже в головах на многие годы. А более того, самое ужасное, это не границы между странами, а границы внутри каждой страны. Что в Украине, что в России. Общество раскололось, жутко раскололось совершенно. Раскололось так, что в одной семье люди не могут друг с другом разговаривать нормально. Я думаю, что многих из вас посетило это горькая участь. Вы разругались со своими родными, с друзьями. Я не знаю, кто за кого, но это кошмар, как сейчас творится. Вот. Вот примерно на эту тему написал Боря Бурда свое поздравление. И говорит, а теперь прикладываю новогоднюю песенку. Правда, говорит, под эту песенку «Скакать по елочке» будет не очень весело, но зато в ней в нужной дозе присутствует оптимизм. Вот именно в той дозе, которую позволяет нынешняя ситуация. И песенка оказалась нашей. Знаете, как мы песню сейчас будем петь? Вот такую новогоднюю песню мы сейчас будем петь. Вообще, я вам хочу сказать, на любую ситуацию можно взглянуть по-разному. Можно взглянуть по-разному. На любую ситуацию можно взглянуть по-разному. Я показал это красиво. Да, так вот, мы сейчас поем песню, которая называется, мы между собой ее называем «Зелень». Вот это песня «Диалог пессимиста». Так вот, по поводу ситуации. На каждую ситуацию можно взглянуть по-разному. Можно с оптимизмом, можно с пессимизмом. Вот по поводу ситуации, в которую мы все с вами попали, мне вспомнился один замечательный совершенно интернет-мем. Все зависит от точки зрения. Если смотришь снаружи – жопа. Если смотришь изнутри – видишь свет в конце туннеля. Это будет не микрофон. Вечер откровений. Я не знал, что для меня начинает ходить не сломалось. Это теряет уверенность в меня, что кошка наша действительно наша. Если шоу дошел до этого. Какая пустота захватывает дух. Здесь все поражено каким-то страшным мором. Здесь пепел над землей летит, как черный пух. Здесь вытравлено все, ни фауны, ни флоры. Постойте, как же так? Неужто я дотем? Уже чего-то съел, и путают цвета, не видится пятно зеленое на склоне, где ранее была одна лишь темнота. Здесь ж был такой пожар, что может сохранить. Здесь шел такой огонь, испарились секреты. Здесь поросль выжгла в прах, и все горели в пни. Здесь больше ничего не вырастет вовеки. До грязи в
телескоп. Проверьте с вертолета, увидите, что здесь вот так, без ничего, откуда-то взялось какое-то чего-то, без всяких никаких условий для него. Хоть дождик поливает, хоть солнышко светит, хоть все вокруг залей питательным раствором, но даже то, что здесь сумеет прорасти, обречено на смерть и очень-очень скоро. Зелень, зелена, всегда жива, здорова, и даже если дом все сжечь и растоптать, когда-нибудь она зазеленеет снова. Хоть может нам того уже не увидать. Голосовать и головой гвозди забивать. Но слава
Богу думать мы свободны, когда угодно и о чем угодно. И самый дикий вздор смешон нам до тех пор, пока учит невидимый мотор без шестерен. Каждое из этих стихотворений
каким бы коротким оно ни было, оно заканчивается трагически. Меня, кстати, все поразило. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Да, не утонет. Миша Танечка, не плачь, а не утонет. Или там покатать кота в машине, помните, да? Кот кататься не привык, а прокинул грузовик. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. О, доска качается. Заметьте, никакого хэппи-энда. Сейчас я упаду. Это вам Америка. Это Советский Союз. Да? Огня бортов. Или зайку бросила хозяина. Знаете, возьмите, что не возьмите, все равно. Уронили Мишки на пол. Оторвали Мишки на пол. Кошмар, да? Все равно я не брошу. Смотрите, правильно. Ужас. Ужас. Ну, где у меня же знаешь. Вот, собственно, я постиг этот секрет и решил написать песню без копеек. Вот так. Я не успел его выучить, но это слово. Я выучил. И с вами буду его выучить. А у меня гитара была вообще? Да. А давно не стало? Меня, кажется, не год штуки. А я давно его выдернул, не знаете? Да. Странно.
тема, почему вы еще для нас весь вечер говорите о нарастающей ратите. Вот сейчас мы подошли к кульминации фантазии, эротической фантазии Алексея Игоревича. Песня, которую мы сейчас поем, она никогда у нас не входила в разряд эротических. Но он каким-то образом нашел в интернете лишний куплет. Это не так, история была совсем другая. Это был 25-30. Может, 30 лет назад мы сочинили песню на стихи Вагантов. У нас в руках была книжка, старая, потрепанная книга «Поэзия Вагантов» в периоде Вагинсбурга. Мы оттуда выбирали тексты, переписывали их, какие-то выбирали куски, мы составляли это для спектакля. И в спектакль вошло два куплета этой песни, и она стала достаточно популярной в университете. И мы с Георгием пели ее с большим удовольствием и орали, пока я тут буквально год назад не обнаружил, что у Вагинсбурга там не два куплета, а чуть ли не пять, из которых третий-то уж точно нужно спеть. Поэтому сегодня она поется уже почти в первозданном виде. Вы еще тут там, слушайте, Алексей Игоревич, знаете, он тоже, я вот только в 60-х годах постиг тайну русской поэзии. А Алексей Игоревич еще в молодости понял, что чем песня трагичнее, тем и насмешнее. Вот эту песню, вот, знаете, это самая большая его, я считаю, музыкальная удача, припев к этой песне. Там трагические слова. Жизнь мчится, как вода, смерть не даст отсрочки, не вернуться никогда, вешний денёчек. О, как же это... Но он сочинил такую мелодию вообще, что она стала шлягером. Люди просто ощущают, как лечит, как называется, люди лечатся от депрессии. Чтобы было понятно, в том месте, где начнется третий куплет, я вот так. Чего раньше не было? Если вы не считали, Алексей Ильич, там поднялось. Коллеги, у меня к вам большая просьба. Поскольку Алексей Ильич собирается сделать небольшой перерыв творческий, вот, давайте ему на прощание сделаем сюрприз. А это будет уже не сюрприз. Давайте мы ему, его этот вот замечательный, гениальный куплет споем хором. Я вас сейчас научу, смотрите. Жизнь мчится, как жизнь мчится. Это на мотор. Я вам покажу. Да, жизнь мчится, как жизнь мчится. Смерть не даст насрочки. Я вас учу. Сейчас, сейчас. Ты с вами разучим, он за тут уши. Давайте. Мчится, как вода, смерть не даст отсрочки, не вернуться никогда. Вешние денечки, жизнь мчится, как вода, смерть не даст отсрочки, не вернуться никогда. Я надеюсь, что будет теперь громче. Тогда Алексей Ильич будет понимать Алексей Ильич на кухне. Поехали. Выходи в тревожный мир, черт пыльный книжек вам, на наша Родина тротил. За стаканом не грешно убиться ты.
Спокойно летать, пола разлетаться.
Коричневые брюки, и все равно не люблю коричневых штанов, но ненависть свою
свою, сумею превозмочать, но ненависть свою, сумею превозмочать, но ненависть свою, сумею превозмочать, надаю в себе, оставлю подруг, и выйду в гулять. Сегодняшнюю ночью не выйду в гулять. Сегодняшнюю ночью не выйду в гулять. Сегодняшнюю ночью на танцу не приду, и детки все побудут.